Добрый день, садоводы и огородники-любители! Сегодня мы с вами будем сеять бархатцы «Веселая полянка». Будем сеять мы, значит, с вами в форме в крышки из-под торта. Я взяла обычный грунт для рассады, который подходит и для цветов, и для овощей. Значит, давайте откроем же бархатцы «Отклоненные» «Веселая полянка». И начнем с вами посев. Бархатцы сеять ничего сложного нету. Как и, в принципе, с остальной рассадой. Самое главное, чтобы рассаде уделять, конечно же, побольше же внимания. Успеть вовремя полить, вовремя подкормить, а где-то и прикрыть от солнца. Про бархатцы вы можете информацию всю узнать также в моем блоге. Все описание есть. Ну, вкратце могу сказать, что это бархатцы невысокие, сантиметров где-то 25-30 сантиметров. И вот с такой вот разноцветной окраской, да, получается. Желтые, коричневые, оранжевые, пестрые вот такие вот. Желтые вместе с коричневым, коричневые с желтым краем. Ну, то есть, всякие разные абсолютно, какие вообще есть сорта низкорослые. Вот я достала семена. И давайте же их по почве сверху прямо так вот рассыпем. Они такие крупные, да, и получается их можно как бы контролировать, как они падают, чтобы посадить так, допустим, и в дальнейшем, может, даже не придется еще их пикировать. То есть это мы все с вами потом увидим. Так, вот я, в принципе, их разложила. Давайте немножко их сделаем пореже, вот так вот. В принципе, тут почвы много, земли много. Можно по краям еще сделать, чтобы они так плотно не лежали. И давайте сразу их увлажним. Увлажняем мы теплой водой комнатной или водой комнатной температуры. Обязательно, чтобы вода была либо с родника, либо с ключика, либо талого снега. То есть снег приносите где-нибудь суток за двое. Желательно, чтобы он весь прямо растаял. И чтобы согрелся до комнатной температуры. А можете даже еще немножечко подогреть, чтобы совсем была вот вообще тепленькая водичка. Семечки любят теплую воду, вообще тепло. И в тепле не лучше всего сходит. Прям хорошо-хорошо увлажняем. Так. А теперь сверху присыпаем еще земелькой. Так, присыпаем сверху земелькой. Обязательно разбиваем все комочки. Чтобы комочков у нас не было. И присыпаем совсем тонким слоем. Сильно присыпать не надо. Бархатцы потом, когда будут расти, можно будет потом подсыпать земельку. То есть мы совсем слегонца только прикрываем, получается, семена. Чтобы как бы сверху была такая вот подушечка чуть-чуть. Так. Если где-то видите семя, тогда лучше прикрыть его. Придавить немножко грунтом. Так, еще раз. Все проливаем. Чтобы земля поплотнее легла. Вот семечко вылезло. Так, сейчас мы его немножечко прикроем земелькой. А то у нас может высохнуть, и рассада с нами, у нас с вами не взойдет. Здесь тоже чуть-чуть выше прикроем. Вот видите, ничего абсолютно такого сложного здесь нету в посадке. Некоторые семена сеют на поверхности, такие как виола, петуния, да, а некоторые надо немножечко чуть-чуть совсем прикрыть земелькой, чтобы они сами зашли.
И как бы земелька их придерживала, потому что бархатцы, они же такие компактные, как кустиками. И они как бы потяжелее. Так, в принципе, все мы с вами посадили уже, в земельку посеяли. А теперь затроем пищевой пленочкой. Очень хорошо, если у вас есть оргстекло. Прямо замечательно. Оргстеклом прикрывать. Но мне проще пленкой прикрыть. Все. Потом также сняла да выбросила. И все. Как бы проще простого мне так, допустим. Так. Сейчас все прижимаем. И убираем в тепло. В тепле семена лучше всего прорастут. Ну, а вам желаю удачи с посадками. Следующий, значит, у нас будет уже, когда все семена зайдут. Я вам все тоже покажу и скажу, что мы будем делать дальше. А у меня все. Удачи вам с посадками. Всего хорошего. До новых встреч. Пока.